Здравствуйте, друзья! Хочу сделать небольшое заявление для своих подписчиков. Вчера, 1 февраля 2020 года, в мое отсутствие, было проникновение в мою квартиру, и среди унесенных, украденных вещей оказался мой рабочий ноутбук. Вот. На нем хранилось очень много отснятого материала. Был некоторые готовые ролики, которые я буквально сегодня хотел выложить на YouTube. И все это ушло вместе с ноутбуком, как вы понимаете. И даже если я сейчас на свой фотоаппарат буду продолжать снимать учебные ролики, мне некуда их сбрасывать и не над чем с ними работать. Вот. К чему я это говорю? Я не знаю, когда у меня появится возможность заиметь какой-то инструмент, на котором я могу что-то монтировать, что-то для вас создавать и что-то выкладывать. Поэтому вынужденный делаю перерыв. Ну, что вам сказать? Не грустите без меня долго.